Buen día, друзья! Легко ли стать обманутым в Мексике? Намного проще, чем вам кажется, причем в таких местах, о которых вы даже не догадываетесь. Досмотри ролик до конца и узнаешь, почему в Мексике ни в коем случае нельзя принимать банковские чеки. Итак, поехали! Первое место – это заправки. Приехал ты заправить машину, отдаешь 500 песо, и тебе тут же начинают предлагать помыть машину или говорят, что спущено колесо. Одним словом, отвлекают всеми возможными способами. И тут же говорят: «Амиго, ты дал 50 песо вместо 500». Или, возможно, еще такой вариант: только ты отвернулся, а человек, который заправляет машину, просто сбрасывает счетчик на колонке. Поэтому никогда ни на кого не отвлекайтесь и строго следите за счетчиком. Тут все просто. Номер два – это супермаркеты. Удивлены? Да-да, именно здесь вас могут также обмануть, ведь цена на кассе очень часто отличается от цены на прилавке. Особенно обращайте внимание на товары по акции, ведь нередко их пробивают по обычной цене. Лично я всегда стою на кассе и смотрю за ценами у кассира. Третье место занимают фруктовые ларьки. И думаю, ни для кого не секрет, что цена для местных всегда отличается от цены для туристов. Но есть еще одна фишка. Видишь ты крупную вывеску, где написано «Манго 35 песо» и уверен, что берешь килограмм манго за 35, а в итоге выходит 70. Как так? А все просто. Цена-то за полкило, а у указано очень мелким шрифтом, поэтому, опять же, будьте внимательны. Под номером 4 в моем чит-параде все местные банки. Делюсь своим печальным опытом. Несмотря на то, что в Мексике мы живем давно, счета в местном банке у нас не было, так как мы всегда пользовались картами российских банков, которые прекрасно здесь работали до войны. Итак, мы открыли счет в одном из местных банков и сделали перевод денег со своего счета в Америке. На момент перевода курс покупки и продажи валют, опубликованный на сайте банка, нас устраивал. Мы сделали перевод и через час получили страховку. Данную сумму на 8% меньше предполагаемой. А все потому, что местные банки такие же мошенники и манипулируют курсом, как им вздумается. И самое главное, мы до сих пор не можем получить разумный ответ даже от адвокатов о законности таких действий. А теперь история на миллион. Об этом видеообмане многие местные даже не знают, хотя это один из самых распространенных видов мошенничества в Мексике. Итак, решили вы, как я, продать автомобиль. Приходит покупатель и предлагает выписать вам банковский чек. Вы, конечно же, соглашаетесь, принимаете чек и идете вместе с покупателем в банк. Банк проверяет этот чек, говорит, что он действителен, принимает его, и на своем счету вы видите входящий баланс на сумму сделки. Вы подписываете договор с покупателем, отдаете ему все документы и ключи от машины. Все вроде бы хорошо, но на следующий день денег нет. Обычно такую схему мошенники используют накануне выходных. Таким образом, у них есть несколько дней в запасе, чтобы вывести машину за пределы штата. Все это время мошенники также могут быть на связи, успокаивая вас, чтобы вы не обращались в полицию, уговаривая, что деньги поступят после выходных. Или, что еще более страшно, покупатель может отправить вам фото оружия, чтобы вы не обращались в полицию. Данная схема часто встречается с оплатой услуг и товаров. Друзьям позвонили мошенники, предложили рассчитаться за курсы по дайвингу банковским переводом. В итоге ребята получили сумму перевода на 3000 долларов больше стоимости курса. После этого мошенники стали звонить и просить перевести разницу обратно. Но так как ребята были в море и без доступа в интернет, они не могли это сделать. И это к лучшему, ведь на следующий день денег также не оказалось. Разумеется, это лишь малая часть того, как вас могут обмануть в Мексике, но это именно то, с чем лично я столкнулась, живя здесь. Поэтому будьте внимательны, осторожны и не позволяйте себя обмануть. Друзья, надеюсь, вам понравился мой ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи!